В настоящее время в Гродно 180 человек находятся на самоизоляции по прибытию в Беларусь из стран красной зоны. Напомним, приезжающие люди обязаны находиться на 7-дневном карантине, если они не вакцинированы против коронавирусной инфекции. И с момента завершения полного курса иммунизации не прошло 30 дней. Специалисты Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии и представители органов внутренних дел ведут за ними надзор. Находящиеся на самоизоляции люди могут посещать только ближайшие от своего дома магазин или аптеку, выносить мусор и выгуливать домашних животных в пределах 500 метров от места самоизоляции. На сегодняшний день практически всеми лицами требования соблюдаются. За последний месяц был составлен один протокол о несоблюдении требований. Это граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, которые прибыли из стран, включенных в перечень, в которых регистрируется случай инфекции COVID-19. Они подлежат самоизоляции 7 календарных дней и не подлежат пропуску через государственную границу до истечения срока самоизоляции. Несоблюдение правил самоизоляции влечет за собой штраф в размере до 30 базовых величин. К слову, в сравнении с осенним периодом количество приезжающих людей из стран, входящих в красную зону, в Гродно сократилось. В конце сентября, начале октября на самоизоляции находилось порядка 400 человек. При этом количество желающих получить сертификат вакцинации в нашем городе по-прежнему большое. В Гродно его уже имеют 16 306 привитых против коронавирусной инфекции. Как правило, сертификат желают получить те люди, кто в ближайший год планирует выезд за границу. К слову, в Гродно полный курс вакцинации прошли уже более 35%.